Молитва. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Причастники, выслушаем благодарственную молитву. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, что ты не ответ мне грешника, но удостоил меня приобщиться к святынь твоей. Благодарю тебя, что меня недостойно причаститься, причистую твоих и небесный даров ты удостоил. Но, Владыка, человеколюбец, своди нас, и нефти, воскреши, даровавший нам эти страшные же туречи твои таинства, благодеяния, освящения души тел наших. Делай, чтобы они были мне в исцелении души и тела, отражении всякого врага, в освящении чьей сердце моего. Мир, душевный смысл, веру твердую, любовь нелицемерную, в исполнении мудрости, соблюдение заповедей твоих, умножение божественной твоей благодати, твоего царства, приобретение, чтобы сохраняемый ими во священии твоем. Я всегда помню милость твою, жил уже не для себя, но для тебя, нашего владыки, благодетеля, таким образом удержать вечной жизни, надежды на жизнь, жизнь достичь места вечного покоя. День непрестанный глаз, празднующих и бесконечное наслаждение, убирающих на несказанную красоту лица твоего. Ибо ты истинная цель, стремление, неизъяснимая радость любящих тебя, Христе Боже наш, и тебя воспевает все творение во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Создатель всего мира, благодарю тебя за все блага, которые ты дал мне, за причащение причистых и вытворящих твоих тайн. Молю я тебя, благой человек, любивый, сохрани меня под кровом твоими в тени крыльях твоих. И даруй мне чистую совесть и до последнего моего вдоха достойно причащаться святых твоих. Прощение грехов и жизнь вечную, ибо ты хлеб жизни, источник освящения, податель благ, и тебе славу высылаем. Со Отцом и Святым Духом ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Дашь пищу мне подлую добровольную, ты огонь сожигающий недостойный. Не сожги же меня, Создатель мой, пройди лучше в члены тела моего, во все суставы, во внутренности, в сердце. И сожги тернии всех мне согрешений, душа очисти, освети мысли, колени утверди с костями вместе. Просвети пять главных чувств, его меня пригласи страхом пред тобой, всегда защищай, храняй, береги меня от всякого вредного для души дела и слова. Очищай, бывай, устрояй меня, украшай, разумляй, просвещай меня, яви меня твоей обителю, единого духа, ты уже не обителю греха. Чтобы бежали от меня, как принятие причастия, всякий злодей, всякая страсть, как от дома твоего, как от огня. Когда ты ими за себя тебе представляешь всех святых начальников, город бесплотный, предтечу твоего мудрых апостол, будь святых и непорочную чистую матерь, прими их молитвы, милосердный Христос, мой сыном света, соделай твоего служителя. Ибо ты единый главный освящение, также сияние душ наших, и тебе как подобает Богу и владыке, всем и славу высылаем каждый день.